Премьер-министр Олжас Бектенов поручил до конца недели завершить оценку ущерба от паводков. По его словам, эту работу необходимо провести не только оперативно, но и адресно. На местах должны с пониманием отнестись к ситуации, в которую попали казахстанцы. Как сообщил вице-премьер Канат Бузумбаев, единовременную выплату в размере 100 МРП получили свыше 30 тысяч семей. Обследовано порядка 15 тысяч домов и дачных строений.